Привет-привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Лилия Донскова, и я вам сейчас покажу несколько новых оттенков, которые вышли в каталоге номер 10 компании Oriflame. Обновленная серия On Color радует нас новинками, и на сей раз это 9 новых оттенков теней. Выглядят эти тени вот таким образом, то есть это один оттенок в каждой палеточке. На самом деле это очень удобно, то что вы можете собрать свою палетку теней, и мне это нравится больше, чем когда покупаешь целую палетку, а там кучу теней, которые никогда не используешь, которые будут валяться и закончат самые любимые, а эти будут новыми. Поэтому я предпочитаю выбрать несколько цветов, те, которые действительно нужны, которые актуальны, и я ими буду пользоваться. А сейчас давайте пробовать, потому что цвета все разные, хочется посмотреть их чуть-чуть поближе. Я буду показывать их на пальцах. У меня 10 пальцев, я 9 из них использую для того, чтобы показать эти цвета. Поехали! Итак, мои пальцы сейчас будут нашей палитрой, и я начну пробовать самого светлого оттенка. Это искрящийся белый. И начнем с мизинчика. Сразу посмотрю, да, он сияющий, перламутровый оттенок. Очень насыщенный пигмент, светлый такой. Все, отлично. Нужный цвет, кстати, очень удобно его использовать в уголочках глаз. Мерцающий беж на следующем пальчике. Мерцающий беж. Слушайте, какой крутой цвет, вау! Вот именно такой цвет у меня быстрее всего идет в расход. Он классно подходит для теплых макияжей, и он невероятно крутой. То есть он не золотой, не гламурный такой вот, а именно на ежедневный классный макияж. То есть какие оттенки насыщенные, даже не ожидала. Следующий жемчужный розовый, какой же он нежный, красивый. Пробуем. Да, в нем прям белые такие кристаллики видно. Смотрите, какие вкрапления идут. Чудесный цвет. Мне кажется, он такой девичий. То есть мой цвет вот однозначно мерцающий беж. Следующий серебристый тауп. Это у нас будет четвертый пальчик. Активненько набираю. Ну, смотрите, он такой прям мягкий, ненасыщенный. Легкий цвет для естественного такого дневного макияжа, прям самое-самое то. А потом у нас идет бархатный сливовый. И будем использовать вот этот большой палец. Вот так я вам его покажу. Слушайте, вот классный цвет. Вау, прям прикольный. Следующий серебряное сияние. Серебряное сияние, я буду использовать уже эту руку. Ух ты! Знаете, что напоминает? Карандаш. Когда трешь карандаш и испачкаешься, очень похоже на него. То есть обычный простой карандаш. Классное сочетание, кстати, будет. Смотрите, вот три вот этих цвета, если соединить вот таким образом, то есть уголочек сделать розовый, потом более светлый, а затем уже идет такой вот насыщенный, серебристый. Далее звездная ночь. Звездная ночь. Интересный цвет. Ух ты. Синий. Глубокий синий. То есть не яркий, а такой приятный цвет. Сейчас его сама получше рассмотрю. Серо-синий. Очень красивый оттенок. Так, далее. Теплый кофейный. Вот этот цвет меня тоже прям заинтересовал. Люблю я теплые оттенки. Боже мой, он весь переливается. Смотрите, вот они, два красавчика. Представляете, какой будет красивый макияж, если соединить мерцающий беж и теплый кофейный. И завершает палитру мерцающий, мистический, по-моему, мистический черный. Да, он абсолютно не мерцающий. Это очень черный цвет, прям глубокий, насыщенный. Вот кто любит такой макияж, классный, насыщенный, то это самое оно. Так, вот у вас есть возможность рассмотреть повнимательнее. Кстати, вот этот цвет сливовый мне тоже очень понравился. Супер! Спасибо компании за обновленную коллекцию. Действительно, очень прикольные оттенки цветов и на повседневный макияж, и на вечерний можно себе подобрать.
Так что всем желаю вкусных, классных покупок. И помните, что в каталоге, именно в этом каталоге действует акция. Любые два средства, это могут быть тени, а может быть вы возьмете тушь и тени, или еще что-то из коллекции с 54 по 59 страницу, то получается цена 50% от стоимости. Очень выгодное, классное предложение. Удачных всем покупок. Если видео полезное, с вас лайк. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.